Итак, всем привет, уважаемые подписчики, с вами Армак, Шаблон Вера. Цита на болото выпалил нам случайные города. Играем без правил. Так захотел оппонент. Приходит Гречен, неплохо. Пока что это первый претендент на главного героя. А, хотя нет, приходит Мефала. Думаю, что тогда Мефала. Так, как насчет грейда в первый день? Пожалуй, пока нет. Значит, будем на собачках разгоняться. Так, и сразу же можно будет в склеп залезть. По рестартам договорились 1-1-1. Так, стрелочку можно будет сразу получать. Так, мифалка. Так, артов не дали. А что за бонус? Ресурсы обоим выпал. Ага. То есть чуть правее можно забежать. Тут, кстати, дорожка. Тут дорожка. Так, и оппонент рестартит сходу. Так, в этот раз нам выпадает темничка. Темничка на некров. Блин, ну с некрами жестко, не знаю. Тем более без правил. Ладно, пробежимся, посмотрим, но скорее всего, что играть это не будем. Шанс этому очень велик. Хотя два склепа сбоку. Плюс возможность отпорталивания. Ладно, подумаем. Рассмотрим вариант. Так, правила точно отключены? Да, правила точно отключены. Снизу надо будет по-любому пробиваться. Везде блоки, честно говоря. Просто везде. Приходит, правда, Салмир. Вроде и улики есть, но против некров не хочется играть. Пожалуй, зарестартим. Ладно, останемся без рестов. И вот теперь уже я некр, а он оплот. Вот это меня уже устраивает. Правда, нет нормального некра. К сожалению. Ну да ладно. Давайте в первый день, наверное... Так, а что мы будем строить, ГМ или нормальную разбежку дадим всем? ГМ или нормальная разбежка, блин. Ладно, я за разбежку все-таки. Сразу же обзорка. А, вижу данжик, в котором можно удвоение маны будет сделать. Вижу выход в одну трэжу. С кучей блоков. Вот, в нее мне будет сложно выходить. Нычка скелетов. Улики. Сам респ жутко неудобный выпал. С кучей блоков. Да. Камни кожа. Лесопилка рядом.
Так, ну одного героя явно надо будет вправо на захват города запускать, наверное. Это будешь ты. Кстати, у нее есть щиток, который она должна отдать главному герою. Ну, пока что главному. Да, придется там пободаться, конечно, немножко за тот город. Героев вроде как у него меньше. Усилитель некромантии тоже желательно побыстрее где-нибудь влепить. Шестьдесят девять скелетов. Поехали нычку скелетов, наверное, брать. Добираем защитку. Так, ну и много боев, понятно, что мы уже не успеваем провести. Так, по мелочевке. Есть камни кожам. Ну тут под вопросом, пригодится ли она. Ага. Давай вниз, вниз. Давай чуть выше. Одиннадцать зомбей по хоббитам. Давайте так, наверное, сделаем. Угу. Ну вот как-то так. И моралька как назло выпадает. Но без нее тут прям вот никак нельзя было. Вот просто никак. Как насчет выстроиться сверху? Сорок два. Что ж у вас много-то так? Чуть вперед. Вперед. Wait. Пока на месте. Минус. Так, и задерживаем снизу стек. Попробуем как-то их развести, но что-то слабо верится. Угу.
чтобы подошел, дадим единички под бой. Так, ну и они будут раньше ходить, поэтому ко мне кожа. И опять десяточка. Дважды десяточка. Ну, кстати, по героям у него дела пока идут хуже. Как-то даже странно. Ну да ладно. Главного героя разгоняем. Цитка. Выпадает цитаделька нам. Что, захватываем лесопилку? Вообще прикол, когда золота маловато, говорит о том, что вам по объектам должно нормально сдать на этом шаблоне. Блин, ну тут вопрос, кем пробить. Ну, наверное, все-таки некром поеду. Наверное. То есть фьюр, наверное, я его все-таки разверну. Даже не так. Даже не так. Сделаем так. Продвинем некро, заэкспертим сразу же некро. А поставим... Надо ГМ ставить, иначе усилитель некромантии не станет. А, наверное, сразу и скелетов надо забирать. После этого едем вниз. Фьюр освобождает дорожку. Снятие заклинаний там оказывается. И после этого мы едем на Некрение. Отдать троих. Хотя ладно. Все равно в плюсе. А, мастер гремлины. За ними там золото. Но их под 90. Мне их сейчас просто нечем бить банально. Надо разворачиваться и ехать назад. Юр разгоняет. А, золотая шахта там рядом. Окей. Тут вопрос, осилим ли мы этой охраной. Но мне кажется, что да. Почему-то. Так, плюс у нас есть щиточек. Но щит надо не спешить накидывать, пока не время. Хорош. Угу. Так, ну пришел щиток сюда. По гарпиям надо наваливаться. Ага. В
Второй щиток. Ой, как хорошо. Нормально. По городам тоже вышли вперед. Так, а вверх там никак не пройти. То есть придется, наверное, Гогов разваливать. Через кого его разваливать, вообще без понятия. Ну и склепами надо будет в ближайшее время заняться все-таки. Что тогда? Может быть, таверну наставим? Чтобы потом отстраивать префектуры. Так, ну вообще склепа 2, 3. 3 склепа видим на пути. И как-то эти склепы надо будет начинать в ближайшее время брать. Быстро приходит ход. Довольно много информации. Блин, там дипломат. Ё-моё, он же через дипломатию теперь будет разрывать нас. Вот это уже очень опасно. Так, ну а здесь в порядке очереди отстраиваем все. Надо дойти до вампиров. И, судя по всему, пришло время лезть в склепы. И вопрос, вот этой вот армией нормально мы осилим или нет? Просто есть определенные побаивания в этом плане. Ладно, в любом случае надо расчищать дорожку. Ну и, наверное, все-таки пробовать в океалом залазить потихонечку. Как-то справа поставить. По центру единички. Ну, на щиток надежда, да? Во многом идет. Пробуем, потому что золото заканчивается. Ну, повезло. Склеп выпал небольшой. Давай сюда. Вырезаем стеки в порядке очереди. Давай назад. Давайте отведем. Ой, я ударил? Ну, это была ошибка. Это, конечно же, была ошибка. Вместо того, чтобы задержать стек, сейчас так по-тупому отдали. Так, а что у нас есть? Камни кожи, да? Которая действует 2 раунда. Ну, попозже. Пока что нет. Ну, вот, наверное, сейчас. Как показала практика, можно было и не давать камни кожи. Так, ладно. Юр отходит. Нам надо как-то бежать, ману пополнять.
Ну, какой-то линейный раскладец абсолютно выпадает. Каждый расклад на этом шаблоне абсолютно разный, то есть даже особенности пока тяжело понять. Можно, в принципе... Ну нет, золота маловато все-таки. Хотя... На следующий ход преобразователь, типа, поставить и подтащить какой-нибудь армии. Перед тем, как лезть в склепы. Ну, может быть, может быть. Просмотр земли. Да, проходов далее все-таки не видно ни одного. Здесь защита от огня. Ну и давайте я поставим здесь. Возможно, будешь прирост тащить на следующий ход какой-то. Давайте сразу подумаем о постройке. Нам надо будет ставить, наверное, преобразователь все-таки. Это 1000. То есть, в принципе, наверное, префектуру можно поставить. Отсюда тоже ничего не выкупили. Ну, как-то так. По городам и героям пока впереди. Я вот даже задумываюсь, может быть, на гномятню придет. Хотя есть охраны небольшие, на которых можно вначале паникрить. Что, давайте преобразователь все-таки поставим. Небольшая скупка. Тире разгон. С дорожки в любом случае надо будет сойти. Так, и ману пополнять мы не успеваем в любом случае. Так. По золоту мы тоже очень сильно проседаем. Так, тогда стоп. Тогда это через Фьюра делается. Раз такие дела. Значит, заезжаем. Через преобразователь. Так, итого уже соточка. Соточка скелетончиков. Ни на что толком не хватает. Не крить на мастер гремлинах. А, стоп, на нимбус же есть еще. Стрелков, пожалуй, тоже мы перенекрим. Думаю, вроде же еще что-то хотел. Так, итого 114. Передаемся на Вакеала. И попробуем здесь проникриться все-таки. Надеюсь, что бой пойдет в плюс. 93. А маны нет на камне кожу.
Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Пошла жара. Еще и моралятся, надо же. Мне предлагали 30 потерять, я потерял 60. Ну, красава, чё. Вот что значит спорить с быстрой битвой. Учитесь, записывайте. Да почему же грыженые стеки-то везде? Ну, ё-моё. Раз, два, три. Ну, в принципе, пока можно бежать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Угу. Тяжелый раскладец выпал. Поднятие нежити. Ай, хорош. Вот что нам надо было. И мы еще успеваем сесть пополнить ману. Потом взять поднятие нежити. Ну, правда, 10 маны такое себе, но выбирать все равно не приходится. Два, три, один, два там. Ужасный, ужасный расклад, если честно. Усилитель некромантии может хотя бы поставить. Ну, очень, очень мало маны. Так, ну, под некрине тут особо-то и охрань не осталось. Раз, два, три, четыре. Берем поднятие. Правда, нам еще даже не хватает маны на все это дело. Слепу еще дает.
Ну, тогда усилитель некромантии, да. Вариантов все равно нет. Давай назад. Тут придется отойти. Открываемся. Хорош. Ну это уже что-то. Но очень тяжко идет. А где щит? Я еще и щит был не передал. Ну, красавчик, конечно. Вообще. Вот же ж бред. Так бы и потери поменьше должны были бы быть в эти дни. Так, Сорша, ну давай мы тебя направим сюда. Можно и тут тоже немножко скелетов потом переделать со временем. Фьюра, я не знаю, как-нибудь в цепочку поставить. 50-99, жесть какая. Ну, пожалуй, все, наверное. Хотя можно рынков наставить. Можно налепить рынков. Иначе можем вообще не выкарабкаться на первой неделе, а во что-то более-менее адекватное. Так, прибыл ход. Так, города пока что все еще не все забрал оппонент. Все еще не все. 10 самоцветов. Ну нет, это сильно дорого. Все, тогда разворачиваемся, едем брать склеп. В этом плане Нимбус нам передает всю ту армию, которая есть. Особо выбирать не приходится. По-другому мы золото с вами сейчас не заработаем. Плюс нам нужна руда, да, наверное. Да, нам нужно целых 5 руды где-то выменивать. Если так посмотреть по карте, то руды нигде не видно. Вообще у меня рудник заблочен. Вон он наш в самом верху. И мне туда добираться надо через стрелковые стеки, что, конечно же, ничего хорошего нам в принципе пока не сулит. Может быть, тогда на скелетов просто поехать? Хотя, с другой стороны, отсыдку мы не поставим, там тоже руда надо. Там тоже надо руда. Кристаллы зато нам нигде не надо. Что, если мы кристаллы с вами попробуем выменять на руду?
Это будет 4. Здесь тоже выменять на руду. Таким образом у нас в этот день уже станет поместье. Так, и поскольку мы теперь не спешим в заработке золота, то, наверное, сначала мы все-таки поедем пробьем скелетов. Да, наверное, так. Тридцать шесть предлагают нам потерять. Так, первый подставляется. Закроемся от его удара. Хорош. Так, ну все, один из стеков задержим снизу. Так, и под один стек, типа, я подставлюсь, да? Но у меня, наверное, по-другому и не получится. Попробуем, конечно, тут еще единичек налепить с вами. А, ну нормально, нормально получается закрыться все-таки. Пойдет. Доспехи. И вот снова у нас соточка. И снова у нас соточка. Так, не использовать ли нам Фьюра, чтобы проверить размер гномятни? До 250. То есть размер может быть самый разный. Блин, я выменивал руду, оказывается, руда была здесь. Поспешил. Ладно, разогнались. И поедем склепы брать со следующего дня. Так, ну и на следующий день тогда хотя бы цитаделька станет, уже хорошо. Уже какой-то плюс. Пусть и небольшой, но тем не менее. Не знаю, может тебя вообще сюда поставить. Скоро неделя закончится. Тут мы проверяли, да, снятие заклинаний. Пожалуй, все. Не понял. Тут бегает соперник. Он уже все пробился в трэжу. Ой-ой-ой, что-то мне кажется, он там уже наприсоединял нормально так армии. Как так в трэжу-то? Так быстро. Ой, жесть. Постоянно на разгоне. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну цитку, в принципе, мы уже с вами ставим. Вампиры есть, да? Вампиры есть, да, ставим цитку. Да дайте же мне знаний. Пожалуйста. Ну как же я да без знаний?
Так, ну снова не самый большой склеп, далеко не самый. Ни в какую не хотят, да? Все, зомби, значит, теперь тоже падают. Остаемся на двух стеках. Ну и сами подставляются. Хорош. Так, ну с моим везением опять будет грейженный стек, да? Как назло. Да вы посмотрите, нет. А что случилось? Кто изменил рандом? Назад. Ага. Так, ну все равно в плюс. Теперь взять и уже третьего по счету склепа. Поехали. Снова предмини. Ой-ой-ой, а что? Вот это я провтыкал, конечно, сейчас. Ладно, этот бой я плохо провел, уже ясно. Вообще как-то не лучшим образом издало, и при этом, если еще и так продолжать игра, то о каких шансах можно вообще будет говорить? Так, по поводу разгона. Есть рядом фьюр. Есть рядом фьюр. Что если мы сейчас пробьем здесь и заберем хотя бы какие-то ресурсы? Как вам такой вариант? Вроде нормуль, не знаю. Да, думал, думал я тут, но не получается, да, не достаем. В плане подвоза, что мы тут придумаем? Еще одну префектуру. Просто скупать нам все равно особо будет нечего. Она грейт. А я кристаллы как раз таки отдал. Самоцветов и так не хватало. Но кристаллы, в принципе, есть где взять, в случае чего. Кристаллы есть где взять. Ну, а проходить, наверное, будем через гогов. По-другому навряд.
Так, а что если ты будешь пытаться делать подвоз отсюда? Тебе, наверное, снизу тут будет неудобно. Ты будешь пытаться сделать подвоз отсюда. Так, ну экономика там в разы лучше. Мы с вами в отстое. Да. Будем тащить из последних сил. Ладно, лепим префектуру. Вот мы вышли на те же 4000. Так, Сорша забирает скелетов. Есть контакт. А, ну, мы их передадим, конечно, по цепочке, само собой. Десять вампов можно с собой взять. 10 вампов. Конечно, хотелось бы их видеть именно в грейженом виде. Но нужно искать самоцветы и кристаллы. В принципе, на всех 10 вампов и хватает. Ладно, была не была. Но мне кажется, надо еще и тряпок взять. Чтобы уменьшить вероятность стрельбы по вампирам. Потому что у нас со стрелками все-таки бой готовится, как-никак. Дальше, Нимбус. Ты все передаешь. Дай нам тряпочек побольше. Так, Нимбус тарабанит сюда, Соршу садим, наверное, в город пока что. Фьюр забирает все. Хотя ж тряпочки у нас тут будут расходным материалом в одном из боев. Давай сюда. Так, на этот бой, пожалуй, мы поедем с вами каким-то таким макаром. Конечно же, мы хотим догнать. Пойдет. Мудрость. Сейчас или потом. Кстати, а я же без мудрости поднятия нежити так и не изучил. Получается, так что надо брать. Наконец-то маны стало больше, ребят. Оказывается, мы еще и прогрессировать умеем. И вот сейчас сложный бой начнется, на который нам тряпки сейчас и нужны будут. Хотя, если там есть грейженный стек. Вообще, ладно. Есть он там или нет, это уже не наши заботы. Но сдало ужасно. То, что нет нормальных проходов наверх, это, конечно, бред. А надо целые кольца делать. Четыре вампа. Я не хочу терять 4 вампа. Есть довольно интересный вот такой вот вариант.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Сейчас по скелетам прилетит. Стопудово прилетит по скелетам. Поэтому надо закрывать. Терпимо. Этот бой был терпимый. Добрались мы до змеек. Добрались до змеек. Ну, на этот бой тоже придется лезть, судя по всему. Хотя нет. Разгон все-таки важнее. Ладно, но во всяком случае сейчас медленно-медленно будем плестись с вами наверх. Там, кстати, и ману можно будет пополнить. Единственное, мне теперь нужен герой с грамотностью. Героя с грамотностью нет. Как же мне теперь выучить поднятие нежити? Кто мне скажет? Это ужас. Это реально ужас. Так, по городам пока отстает, и дипломат вроде не сильно раскачан. Дипломат не сильно раскачан. Там третью префектуру влепить, что ли? Так, по поводу самого золота. Этим займется Нимбус. Дальше, второй момент. На тебе разгончик. Теперь третий момент. Тряпочек брать нежелательно на этот бой. Пойдет почти что в плюс. Надо ускоряться. Все эти сундуки будет собирать кто-то другой тогда. Еще одна нычка скелетов. Ух, как вас тут много. Дайте мне свиток поднятия нежити. Он мне так тут в темп будет. Мне тогда можно будет и не возвращаться. Ну, разве что скелетов вернуть надо будет в определенный момент. Хорош. Желательно, чтобы ударили все-таки. Угу. Так, этот бой был тоже в плюс. Собирательство это потом. И успеваем ли мы разогнаться? Да.
Да, мы идеально успеваем разогнаться. Давай сюда. Так, он все еще играет либо в два, либо в три героя. В принципе, такие моменты меня должны радовать, я думаю. Строим еще одну префектуру и следующий ход. Так, кстати, одновременный ход у нас скоро тоже отключат. По героям пока также проигрывает, но у него уже очень хорошо раскачанный дипломат. Не понял, что за клики идут. Непонятные. Так, Нимбус забирает шахту. Начинаем собирать золото побольше. Ее разобрал скелетов. Ну тут уже, наверное, без разгона придется на этот день оставаться с большой долей вероятности. Так, эта охрана ничего не охраняет. Смею предположить, что это проход в трежерную зону, которую мы все-таки пробьем с вами. Семнадцать, да? Давайте попробуем. Так. Ну тут, наверное, придется прикрываться сверху. Максимально. Лечения у нас нет, да и в принципе маны как таковой тоже. Седьмая скорость и девятая. Тут пора прикрывать вампиров все-таки в первую очередь. И все наваливаются на скелетов. Все, минус 24. Мистицизм, конечно же, не берем. А продолжаем некрить дальше. И пробираться к руднику наконец-то. Без потерь, хорошо. Хотя вы знаете, и на этот день у нас возможность разогнаться появилась. Улик. Да ладно. Еще и один улик решили нам все-таки дать тут. Так, Фьюра сюда поставим. Есть возможность еще один рынок поставить. Ну, давайте так и сделаем. Еще один рынок. И руда вот-вот подъедет к нам все-таки. Вот-вот подъедет, да. Давайте немножко еще увеличим прирост.
Из зомби сделаем скелетов. Так. Кстати, зомби этих тоже переделаем, наверное, в стек скелетов. Итого, неплохая такая пачечка может еще подъехать к нам. Раз уж там готовится ко взятию улик, то почему бы этому не поспособствовать дополнительными войсками? Так, ну и последний день, когда одновременный ход у нас будет еще работать. 3722 там. Три, семь, два, два. Забирай. Хорош. Так, 267 скелетов. Ну, думаю, что да. Думаю, что улики можно пробовать ломать. Сами сбегаем с разведкой. Пока что. Тряпочку брать нельзя. При всем желании. Блин, ну коней будет очень больно пробивать. Минус 5 вампов предлагают. И все пошли через низ. Сразу же теряется все прикрытие практически. Двести, да? 157 атак у них. Вообще есть шанс минус. А чё я по единичке-то бил? Лол. По единичке зачем-то ударил. Так, единичка. Единичка. Ну пойдет, только скелетов потеряли. Теперь, собственно, взятие самого улика. И зачем они на вампов все пали? Блин, мне вообще надо было вампов не брать, но это ошибка. Так, однозначно ошибка. Блин, ну если хоть одного вампа оставят, уже, в принципе, можно будет им сказать спасибо. Съели всех. И не подавились. Не, ужасная игра. Если я эту игру выиграю, это полнейший бред. Единственное, что радует, что хотя бы улик большой. Интеллект, давайте. В максиулике отдали вампов. Да. Есть 30 маны. Соперника вроде здесь не видно. Разгоняемся на утках. Так, и через конюшенку обязательно попробуем пробежать. Блин, так по тупости вам повод дать. Блин, чем дальше, тем больше ошибок, конечно, идет.
Да, просто ужас. Давайте, может быть, тогда начнем отстраивать второй город. Других вариантов пока лучших не вижу. Так, и закончились одновременные ходы. То есть запускаем Нимбус, которая у нас тут занялась разведкой. Ясненько, кстати, зона и правда неплохая. А дальше конюшенка в обязательном порядке. Пачка стрекоз. Ну, стрекозы это такое. Ух ты, конса. А вот конса это уже интересно. Вопрос только сначала брать консу, потом улик. Или наоборот. Или наоборот. Просто если большая конса, то нам ее брать сейчас нельзя будет. Так, и тоже прогонимся. Остаемся теперь точно уже без разгона. Нет. С таким малым количеством должно быть только без потерь и никак по-другому. А вот дизмораль это уже неприятно. Wait. Желательно под удар все-таки не подставляться. А не получается не подставляться. Ну ладно. Плюс еще 12 скелетов. А битва на траве, значит, снизу. Сверху. И конса какая-то большая. Это значит, что надо сначала брать улик. Ну ладно, значит едем улик брать. Так, wait. Ух ты, даже не добили. Надо было ответку снять. Ух ты, фух, я думал, утки пострадают, но нет. Тоже дипломатия заходит. Так. Вот это уже интересно. Некродипломат. Это тоже может стать для нас определенным шансом. Да ладно, хорош. Два максиулика подряд, ребят. Как вам такое? Прям хорошо. Так, по поводу каких-нибудь подвозов. Можем ли мы что-то с вами подвести? Наконец-то у нас строится мавзолей. Во втором городе... А, у нас опять руды нет, да? Опять нет руды. Давайте растягиваем здесь героев. Кстати, вот тоже вопрос, стоит ли нам вернуться в этот уголочек.
А нам тут мешать будут потом циклопы, да? Ну, меньше всего мне хотелось бы с ними тут встречаться. Реально меньше всего. Может, золото на присоединение всячески окопить? Как думаете? Все в руду упирается, очень сильно руды не хватает. Кстати, а я же когда здесь был, я мог еще один улик забрать. А вдруг он тоже был хороший? И, кстати, на атаку можно... Что-то я поспешил. Реально поспешил туда бежать. Ну да ладно. Надо искать какие-то занятия, только непонятно какие. Так, прибыл ход. 4-7-2-2. Движений пока... Ну, по крайней мере, с этой стороны я не вижу. Значит, так, Фьюр берет конюшенку, и я хочу его все-таки запустить на разведку. Вот, в общем-то, проход к оппоненту очень близко находится. Мы с вами чуть-чуть проникрим. Совсем чуточку. Хорош. После этого полезем брать все-таки к концу. По выбранной нами схеме. И конца Макси, ребят. У нас есть слепо, у нас есть камнекожа. Этот не достает. Этот достает. Давайте правое, наверное, попробуем послепить по очереди. Так, ну пока под удар не очень хотелось бы подставляться. Задерживаем некоторые стеки. Слепу накинем. Давайте еще на этот. Так, и думаю, специально под удар надо стать. Восемь хп, надо же. Восемь, блин. Так, камнекожа, наверное, нужна. То мы так растеряем очень быстро свою армию. Так, хорош. Еще одна камнекожа. Тактика приходит. Еще дипломатия. Так, ну мне кажется, что я готов даже к финалочке с оппонентом. Не думаю, что на второй неделе у него будет что-то поинтересней. Плохо, что нет поднятия нежити, конечно, но надо ловить момент. И на этом моменте ехать в гости. Присоединиться. Кто это? 29 гнолов-мародеров. Ну давай. Так и быть.
Огры-шаманы, да, я хочу с вами воевать. Потом еще здесь надо будет проникрить. Так, можем ли мы организовать какой-то подвоз армии? Думаю, что нет. Думаю, что это нереально. Нет, никак. Значит, не будем и стараться это делать. Так, дальше, Нагаш. Свиток Инферно. Посмотрим, может быть и пригодится даже. Так, а эта героиня у нас... Я не знаю, оставим ее здесь. Все-таки неделька подходит к концу, как бы там ни было. На замок нам не хватает руды, но будет хватать на следующий ход. Не знаю, цитку поставить, что ли? Цитку поставить. Ой, да зачем? Не надо. Мы все... А, вот его город, кстати, заблоченный. Улик, я не пойму, взят или нет. Но что-то возле улика есть. То есть есть шанс, что, возможно, этот улик по прибытию нашему достанется именно нам. Хотя, знаете, ребят, я неправильно, походу, оценил ситуацию. Я смотрю, что это выход в Трыжу. Это же эта же зона. То есть это моя еще зона получается. Поскольку здесь и шахта. Получается, что верхний Трыжак, он очень-очень маленький. Вот мы к нему прошли, он там где-то выше идет сюда. А тут где-то близко проход будет к оппоненту. Что тоже довольно интересно. Ладно, возможность проникреть используем. А дальше. Фьюра мы поставим ниже. Вакиал тоже будет готовиться сейчас к пробивке. А Сорша у нас... как обслуживающий персонал немножечко сейчас попередает. Правда, нам это не особо надо. Ну, имеется в виду тетива. Но никогда не знаешь, где оно тебе пригодится. Так, Нагаш. Собирает руду. К золоту он никак не доберется. Поедет за самоцветами. Как там дела у оппонента? Смотрим. 4-7-2-2, все так же. 4-7-2-2. А, так, наверх, снизу. Так, единички, поехали. Они не хотят с нами воевать, но мы хотим. Продвигаем землю. Так, ехать ли в гости к сопернику, отжимать город? Не будем спешить, у нас тут есть улик. Довольно интересный. Хорош. Теперь лезем забирать сам улик. Пойдет. 29 вив получается в итоге. Так, теперь Фьюр. Задача Фьюра — разведать обстановку. Ящик Пандоры какой-то есть. Мудрость у нас только базовая. Пробуем или не пробуем? Я больше никуда и не успеваю, поэтому, наверное, пробуем. Давайте глянем, что вы там спрятали от нас. Ого! Ого! Так... прям заставляете подумать. Так. 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 Так.
Поехали. Маны, кстати, очень мало. Седьмая скорость против седьмой. Ну, в ответке они, конечно, будут бить очень больно. Думаю, лучше сразу опрокинуть ко мне кожу. 93. 6. Я еще и не спрятался. Красавчик. Ладно. Так, ну скелеты у нас тоже сильно страдают. Давайте лучше снимем ответку. Не будем перетемповывать. 5 уток слили. Ради чего? Узнаем на следующий ход. Не переключайтесь. Дворец тьмы. Или вампосики. Давайте дворец тьмы. Из вампосиков мы уже не соберем ударный стек. При всем желании. Так, ты давай тоже выезжай. Блин, для тебя, ну, вообще просто ноль. Ноль занятий и все тут. Стой на месте тогда, наверное. Сытку какую-то влепить. Ну, нет, может кто-то присоединится. Лучше мы золото покопим с вами. Так, прибыл ход. Движение оппонента не видно. 4-7-2-2 пока также выглядывает. Так, добираем скелетов. Пытаемся их как-то по цепочке довести, но... Сама цепочка как-то у нас слабенько срастается тут. Но мы передадим чуть позже в таком случае. Так, Сорша расчищает дорожку. Вакиал берет Пандору. 20к опыта. Хорош. Мудрость. Пойдет, это мне нравится. Так, Фьюр. Так, а вот мы видим уже проход к оппоненту. Обзорочка. Видим, что он сидит дома. Армии у него мало. А улики не взяты. Собирается скупаться сейчас. У него целых 2 дипломата. В принципе, я не вижу много армии. Есть шансы, что все будет окей у нас с вами, да? Давайте чуть отойдем. Так, Вакиал. Что может взять Вакиал? Во-первых, мне хотелось бы пополнить ману, а по пути к нему я не вижу, где это можно было бы сделать. Кстати, а почему он этот город не забрал? Блоки. Ну, блоки, да, серьезные. Блоки серьезные. Блин. Или вернуться все-таки пополнить ману. Или проводить финалку на том, что есть. Да ладно, поехали проводить на том, что есть. Будем мы еще мозги парить. Единственное, разгонимся сейчас. Блин, ну циклопов сильно много, вот реально сильно.
Так, оппонент вроде бы без разгона, правильно? Правильно, ну хотя шестая скорость. Хотя шестая скорость. Вообще, ну его в баню. Ну его в баню разгоняться, серьезно, нет. У него какая-нибудь лого или свиток ДД, это игра без правил. Давайте не будем недооценивать соперника. Оно нам надо, вот эти вот проблемы. Все, следующий ход. По пути, кстати, у нас золота вроде много. Можно попробовать поприсоединять. Ну, чисто от жора какого-нибудь. Блин, ну он тут, конечно, дорожку неплохо зачистил. Даже не знаю. Вот, блин, вампов бы мне присоединить. Ох, если бы они присоединились. Ну, их очень много, конечно, тут без вариантов, но вообще это был бы топ. Или этих ребят присоединить. А так, конечно, с отстроенным замком у него, ну, могут возникнуть какие-то проблемки. Он там скупается, всю армию начинает подвозить на главного героя, которым является Роланд. На разгоне соперник, судя по всему, не знает. Раз не разогнался на пегасах. Довольно интересный момент. Ну, статы довольно средненькие, вот честно скажем. Блин, могла быть сотня маны. Я бы его тупо магией даже перебил, но нет. Не судьба. Как говорится. Ух ты, у него еще и золотая шахта. Он должен убивать мне Фьюра, иначе я у него золотую шахту заберу. Оппонент нападает и пегасами убивает меня. Давайте смотрим. 43 эльфа, 16 дендроидов и порядка 19 пегасов. Блин, ну это на самом-то деле не слабая армия. Блин. Ну то есть определенные проблемы это мне доставит 100%. Даже и не знаю. Очень надо кого-то присоединить по пути. Потому что как-то мы себя все равно чувствуем некомфортно. До города мы не добегаем. А вот Роланда можем словить. Кира под вопросом. Попробуем мастер гремлинов присоединить по пути. Как думаете? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Не успеваю, да? Пачка, пачка, пачка. А я не помню, тактика у него была или нет, когда он атаковал. И что у него там по мане? А, ну у него, в принципе, маны в любом случае немного, да? Двадцаточка там. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Эльфы сверху. Ну что, поехали. Так, тактики у него нету, уже видно. А, в принципе, из того, что нам нужно бояться, это только эльфы. Но первый ход... Кстати, 13-я скорость у него и у меня. Кстати, а почему так? У него мораль очень высокая.
Ну, поехали. Пу-пу-пу. Так, выбираем между ускорением и камнекожей. Я думаю, мы выберем с вами камнекожу на следующий раунд. Поехали. Сразу же блочим эльфов. Так, а я под дендров. Я стал под дендров. Вот же нубас, надо было сверху становиться. Так, магии экспертной у него нету, судя по всему, потому что замедло не прокинул. И дает экспертное ускорение. Это хорошо. Не очень, конечно, но хорошо. Ну и с учетом того, что он дает экспертное ускорение, тогда, в принципе, да, без разницы, с какой стороны я ударил. А так вообще, что ему надо делать? Снимать единичку. Вот, да. Правильно, правильно. И потихонечку начинать их минусовать. Но только кентаврами надо будет бить или сбоку, или сверху, чтобы дендроиды могли бить. А, ну он сейчас сверху ударит. Он ударит сверху, чтобы... Нет. Ух ты, моралька. И это минус ангел. Да? Да, дендроиды 116 наносят. Это минус ангел сразу же. Приковал ангелов к месту сходу. Так, и что в таком случае? Вивернам, может быть, ускорение дадим? Как думаете? Давайте. Получается, 10-я скорость. Поехали. Так, ну и понеслась. Все вперед. На всех парах. Он постарается всеми пегасами закрыть эльфов и чисто на эльфах стоять, да? Нет, он не стал прикрывать. А почему? Ангелов остается уже двое. Может, правильнее было на скелетов дать ускорение. Как вариант. Маны больше, в принципе, не имеется. тридцать. Это мало. Даем по кентаврам в таком случае. Благословение. Хорош. Нет, что-то, в принципе, умеет. Нельзя сказать, что полный новичок, но темп, конечно, слабенький показал. И имея двух дипломатов, за две недели ничего не присоединил, конечно. Ну, виверны по-любому под эндроидом будут прикладываться. Им больше, в принципе, не по кому бить. Так что они последний раунд уже удерживают наших стеков. А урона мало, да? Эльфы всего лишь 75. Ну, хотя... 75 плюс 75, 150. Ну, все равно слабенько. 150 урона это не особо его спасает в этом бою. Остается последний ангел. Минус стек. Ну и у дендроидов возможность по кому-то лупануть.
Так, ангелы, 185 хп. Давайте по кентосикам приложимся. Замедление на скелетов. Было 9, то есть замедление стоило ему 5. Да, получается, не до... Ну, в принципе, оно и видно, что не докачал землю. Проблема в том, что я не в состоянии буду догонять его, а эльфы сейчас будут, судя по всему, убегать отсюда. Нет, он не убегает эльфами. Так, снял ответочку. Хорош. Все-таки, если бы уликов больше прихватил, конечно, гораздо проще. Финалочка между нами получилась бы. А так, конечно, на тоненького. 164. 65, то есть тупо одного убиваем. Нет смысла бить. Ну нет, камни кожа не спасает. Это он заклинание зря потратил. Лучше бы он замедление на Виверн, может быть, накинул в этом раунде. Мне кажется, пользы было бы больше. Все, блокируем. Минус пегасики. Ну что, с единичкой будешь делать? Будешь минусовать? Похоже на то, что нет. Похоже на то. Так, давайте ангелами сюда тогда станем. Теперь в этом раунде уже, если не сморалятся эльфы, то они точно стрелять не будут. Так, ну и минус стрелки в таком случае. Wait. И тоже минус стек. Но потрепал он меня неплохо. Даже очень неплохо. Скелетов у нас становится больше. Продолжаем свои движения вверх. Но без маны, к сожалению. Давайте единичек наделаем. Какую-то скупку, конечно, он успеет там провести у себя. Не без этого. Ну а мы подумаем, может быть, даже следует все-таки применить дипломатию и что-нибудь да поприсоединять. Кстати, мы можем сбегать улик забрать. Мне кажется, это топовый вариант. А, все, соперник сдается. Ну, в принципе, да. Смысла продолжать особого не было. Все равно бы додавил его. В любом случае, сопернику спасибо за время. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. В этот раз уже с финалочкой. Причем перевес у нас был очень сильный, но мы были полностью без маны. Так что, если видео чем-то будет вам полезным, я буду только рад. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Не забываем поставить палец вверх. Если видео понравилось, добавляйтесь в группу ВКонтакте, пишите комментарии. С вами был Армак. Всем пока. До новых встреч. Любите героя, играйте в героя.